Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Вперед на зомби-войну». Так, забираем с тобой все наградки здесь. Отлично. Так, что у нас там в магазине? Сейф заполнен, написано. А ну-ка, что у нас тут? Порох, просто мы с тобой получили порох. Да, скины, конечно, крутые здесь на самом деле. Так, еще один легендарный ящик. Что же нам тут выпадет? Ну, такой себе. Больше ничего нету. Больше пока ничего нету. Я что зашел-то? Я хочу, ребят, посмотреть. Вы сказали, что в каждом теперь уровне появились новые задания. Вот это меня и заинтересовало. Поэтому я и хочу сейчас глянуть, что тут события. Так, это еще плюс двадцаточка мне идет. Так, вопрос. С первой, да, вы сказали? С первой по седьмую или по восьмую? Где у нас эти новые миссии? Ну-ка, покажите мне. Так, вижу. Да, друзья мои. Вау. Так, 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 так. А это что такое у нас? Добыча, начать битву. Слушай, а какой состав-то у меня? Ё-моё. Пошел. Так, награда за битву. Один ящик. Приготовьтесь к волне. Приготовьтесь к волне. Ну-ка. Фига там сирена. Воу-воу-воу-воу-воу. А ты будешь стрелять взад-то? Красава. Молодцы. Так, ну здесь мы справились. Добыча, да, называется? А почему ты... А, нам не хватает, все, я понял. Так, я могу турельку уже поставить, да, получается? Ай-яй-яй, Соня, Соня, развернись, Соня, роднули. Красава. Давай бомби. Нормуль. Так, ну здесь мы с тобой тоже пройдем. Это все забираем. Такая машинка есть. А где наш автобус? Почему нам какую-то дали машинку непонятную? Слушай, я могу же их как-то немножко подальше. Давай-ка я вот этого механика, наверное, сюда немножко подальше поставлю. Вот так, я просто не хочу, чтобы его так быстро за это раскатали. Ай-яй-яй. Тревога. А что они там бомбят? Я не могу понять. Какие-то баррикады интересные очень. Ты развернись, Соня, ё-моё. Вот я ее за это и люблю, что она может, ребята, дать отпор в ближнем бою. То есть, ну, надавать пинков вот таких вот. И потом, естественно, расстреливать. Слушай, по-моему, уже преграды становятся тяжелыми. Так, ну что, мы прошли с тобой. Добыча 1, нормально, бонус. Так, это мы прошли или что получается? Сейчас, я надеюсь, нам покажут по карте. Ага. То есть все, или что? Ладно, давай перейдем с тобой на локацию номер 2. Ага, здесь у нас есть. То есть вот так они выглядят, да? Ну давай посмотрим, что у нас здесь. Это, видимо, ребята, для фарма... опа. Для фарма... материалов. Вот что я тебе скажу. Блин, зачем мне тут сварщик? Чё-то как-то... Такой командой вряд ли здесь получится пройти. Вот в чем проблема-то. Пип-пип-пип. Началась тревога. Вон-вон-вон, бежит бомжара сзади. Эй, Соня! Ай-яй-яй. Блин, не знаю. Не будем пока бочку тратить. А мне уже и не убрать ее. Трындец, блин. Так. Забрали с собой подарочки и продвигаемся дальше. Упс. Упс. Ой-ой-ой, сейчас этот жирный взорвется же.
Слушай, они почему-то просто стоят. Я не знаю, в чем проблема. Но они просто стоят. Соня, 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 блин. Правильно, так ему. Развернись ты, господи. Помню этих бегунов бесявых. Очень в свое время меня раздражали. Так, забираем. Фига, он еще, смотри, смотри, что он делает. Он бомбит Соню, пока-то идет. Так, опять бегуны, опять вся эта фигня, погнали. Ой-ой-ой, ты посмотри. А это же сейчас взорвется. Нет, тут он не взрывается. И слава богу. Давай так вот поставим бочку. Эх, не туда я рейдчик поставил бочечку-то, господи. Хорошо. Так, а у нас тут еще энергетики. Я про это все и забыл. По-моему, это последняя. Три волны. Что? Фух. Фига себе, ребята. А мы же прошли? Прошли. Да, вот так вот. Надо впредь быть аккуратным очень. Если ты не успеваешь, что волна на тебя бежит и все. И сметает абсолютно все на своем пути. Так, а мы переходим с тобой на третью локацию. Подожди, где мне посмотреть мой состав команды? А, вот команда. Ну, конечно, ну что это? Ну, что это? Какой сварщик, блин? Он мне и даром не нужен. Спасибо, друзья мои, за поправку, что это Эбби. Да-да, это самая Эбби. Из Last of Us второй части. Так, здесь нам, я не знаю, бочка, наверное, не нужна. Вот это вот нам все не нужно. Ни бочка, ни пулемет. Мы с тобой, естественно, возьмем лучше бойцов. Но, опять же повторю, ребят, взять-то ты их возьмешь. Но энергии-то у тебя тоже. Вот Эбби, например, 40 стоит. Соответственно, делай выводы. Ты ее одну поставишь и все. Больше ты никого выставить не сможешь. Поэтому лучше взять дешевого юнита, но эффективного. И это кто, например? Фиг его знает. Эбби вряд ли здесь нам пригодится. Твою налево, что тогда делать? Ну, снайпер-то тоже не нужен. Вот это, в принципе, девчуля неплохо-то, а? Проявила себя. Ну, давай вот такой составчик сделаем. А там уже будет видно. Так, погнали. Соответственно, враги тут, я так понимаю, тоже будут усиливаться. Ух ты, рейдеры. Вот она, 100 энергии. Смотри, сейчас я ставлю. Опа, 60 остается. А если я сделаю так? И вот так. Проверим. Так, Эбби сейчас подключается, это понятное дело. С молотком еще с таким. Ух. О, друзья мои, хо-хо-хо-хо-хо. Слушай, она очень... Дерьмо, она очень долго бьет. Это не наш вариант. Ты посмотри. Опа, это что такое? Это новые ребята зомби. Я такого не видел раньше, прикинь. Это бомбит, ей пофиг. На нее даже никто внимания не обращает, прикинь. Сейчас, правда, волна побежит через 8 секунд. Ее, естественно, сметут. Нет, это не наш вариант. Самый лучший, кто у нас? Ух, сейчас побегут. Сейчас сметут ее. Нет, 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 еще раз нет, ребят. Это дребудень полная причем. Что ж тогда нам сделать? Как нам быть? Как эффективнее сделать армию? Так, подожди, нет, а мне нужно выставить в команде. Это все убираем, это не то. Это совсем не подходящее. Кто у нас хорошо ломает преграды? По-моему, вот этот.
Так, ну нам еще, конечно, вот этого может быть взять. Эбби однозначно нет, мы ее убираем из нашей команды. Это трэш полный какой-то. Бочки? Ну, бочки, в принципе, можно было бы поставить. Вот вместо Эбби. Давай попробуем вот таким вот вариантом. Уж не знаю, что у нас получится. Так. Тридцать пять. То есть, как бы вот так и вот так. Попробуем, ребят. А, так тут остается. Ну тогда так проще, ребята. Если у баррикады остается, ну, сколько мы нанесли повреждения, столько и остается, так мы тогда пройдем с тобой. В любом случае пройдем. Нате. Естественно, мои под прикрытием свата. У них же должен быть бонус, насколько я помню. Или он не рассчитывается здесь? Здесь, наверное, не рассчитывается. Здесь все по-другому идет. Давай, давай, давай. А он разве может баррикады? Он же раньше, по-моему, баррикады не мог стрелять. А сейчас стреляет. Интересно. Так, вы получили 25 бонусных очков. Давай-ка, это последняя у нас волна. Ох ты, тихо, тихо, тихо. Ай-яй-яй-яй-яй, автоматчик, пистолетчик против этих, это же фигня, его сейчас вальнут. Ау, щет. Конечно же, он против защиты вот этой вот бесполезен. Эй, ребята, ребята, ребята. А вы... Да ты хоть отвлекись ты, господи. Трэш. Дефит. Да понятно, что дефит. Проиграли мы. Как я так лопухнулся? Я же совсем забыл, что... Да. Ты, подожди, ты хочешь сказать, что я прошел? Ведь я не прошел же. Волна третья, 89%. Подожди-ка секунду. Сейчас мы посмотрим. Здесь вот. Что-то я не могу понять. Мы прошли или не прошли вот это вот? Что-то я не врублюсь, друзья. Это считается как пройдено или нет? А напишите мне потом в комментариях, ребят. Что-то я не могу догнать. Или это просто бесконечно можно проходить эти волны? Вот что я не могу понять. И вот это, конечно, фигово сделано, что когда мои бойцы бомбят баррикады, их сзади бомбят, они ничего не могут сделать. Это, конечно, фигня полная. Ладно, сейчас мы посмотрим. Нет, мне кажется, тут всего три волны. Правда, тут нет никаких условий, не написано, но мне кажется, тут три волны, и ты их все три проходишь, и все, ребят. Соня, Соня, Соня. Отлично. Да не стреляй ты туда, стреляй ты вон сзади, прикрывай, блин. Так, ну здесь мы тоже собрали. Вот этот жирный. Выставлять своих юнитов на позиции. Так я уже выставил. Тут уже рабаса. Надо уничтожить. Ну! Соня, ё-моё, ну перезаряди ты! Ну все, ребят, вы видите, да? Все целые мы с тобой вот взяли и прошли. То есть тут три волны всего. Так что получается, что я там прошу. Что тут у нас завершено? Забрать. Что еще завершено? Все?
Так, это была первая, вторая. Это вот третья. Здесь, получается, мы прошли или что? А, волна третья. 89%. То есть мы не допрошли. Мы не допрошли. Блин, ну тут, конечно, трындец тоже. Придумали они. Соня, она же против этих зомби, которые встают. Она бесполезна. Вот именно, которые в шлемах. Они же защищенные, получается. Так, а, это еще и уровень сложно был, оказывается. Вот оно что. Так, эта территория автоматически открывается, да? Угу. Когда ты проходишь, автоматически открывается территория. Раз, два, три. Локация 4. Что у нас тут? Где у нас? Вот. Так. Не написан, какой там уровень сложности. Ой-ой. А я не помню, если честно. Токсические или какие они там? Я не помню, ребят. Ну, посмотрим сейчас. Эти не отравляют ли случайно, нет? Ай, гаденыш бежит. Сейчас Сонька с ним. Зачем же ты с ним драку-то? Ай. Давай-ка я вот так, наверное, поставлю. Пускай, если что, он бочку бомбит. Ой. А как я так поставил-то, блин? Молодец. Вот, пускай гуляет. Ребятушки, ну зачем ты, Соня, ну бежишь что тут, ну к нему, ну нафига ты его трогаешь? А мы же можем вот это вот применить. Блин, зачем? Я не то сделал, ребят. Я не это хотел. Я хотел ярость взять. Под яростью они вообще-то бомбят божественно просто. Так, это была какая? Первая, вторая волна? Ну-ка. Вон он, защитничек. Отлично. Соня, 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 давай расстреливай этих говнюков. Ай, хорошо. Так, еще что ли волна получается впереди будет одна? Блин. Этого я помню, ребята. Этого я помню, психа. Он же замораживает. Именно он замораживает. Так, Сонька, давай-ка, наверное, тебя сюда поставим. Он замораживает, он, по-моему, питается за счет того, что он замораживает. Ошибки быть не может. Соня! Ай-яй-яй, бедолажка ты моя. Уничтожит тебя сейчас, родная моя. Что? Сфигали, блин? Вы серьезно? Я даже ничего не успел сделать. Как так-то? Как так-то? Да... Вот такие вот пироги, друзья. Но, тем не менее, уже приятно, что есть такие вот события. То есть, я их обязательно все пройду. Жалко, конечно, что у нас энергия закончилась. Так, а подарочек-то у меня там где? Что? Может быть, на елочку пойти? Бомбануть еще немножко, а? Что скажешь? Так, возьму-ка снайперка. Снайперечку возьмем. Слушай, можно в принципе взять щитовика. Дорого стоит, конечно, я не спорю, дорого стоит. Или же... Или же кого? Гренадира? Ну, пускай будет гренадир у нас. Копейщицу, наверное, пока брать не буду. Чего такое? Возьмем этого. Плюс аптечку. А, так это же у нас все равно... Все, я понял, ребят.
Это уже у нас остается, так ведь? Так, поехали. Блин, совсем забыл, что гранату нужно самому бросать. Твою дивизию, блин. Гранату же сами выбрасываем, твою налево, а. Давай пулемет сюда поставим, так вот. Лесли, пускай стоит. И деревенщина. Фермер, погнали. Вообще в легкую. Сразу же поехали. Угу, чётенько. Ой-ой-ой-ой, это ж кто там кого? Снайпер, ё-моё. Ай-яй-яй-яй-яй, снайпер. Ну, Лесли у нас выжил. Так, здесь щитом чувак идет. Я поставлю турель. Ага, снайперша. Значит, мы с тобой бросаем сюда баллон. Копейщицу возьму. Строителя. И сват. Поехали. Ай, шоком. Вспомнил я, он же шокером своим бомбит. Напропалую. Ты смотри, что вытворяет, а. Вот чурки несчастные. Так, а давай-ка я вот этого поставлю. Я знаю, что они должны в страхе, по идее, бежать. Он должен нагонять страх, насколько я помню. Такой, встал там, не знаю, что делать. Ух, убило моего одного, а. Засранка. Меткий этот стрелок. На тебе. Глен вскочил. Этому пофиг на все. Чисто, блин, шпарит своей пилой. Так, снайперша опять. Так, мы можем с тобой что сделать, снайпершу? Да, в принципе, поджечь мы ее можем, да? Чтобы она сразу сгорела. Вот так вот. Чтоб пусто ей было. Так, а здесь... Кстати, нам надо, наверное, хильнуть наших ребятулек-то. Хильнуть, а здесь... запустить бочонок. Хе-хе-хе-хе. Круто. Круто, ребятушки. Так, бежит, бежит. Охламонище тут всякое. Вот так вот с собой бросим баллончик сюда. И аптечку. Вот сюда, напряжение. О, а что случилось-то? Если только стоит сзади, не спеша, дробовичок наперевес. Угу, бежит. Бежит пройдоха у нас. Поэтому давай, наверное, вот так вот возьму сюда наш паренек с дробовичком. И, наверное, вот этих вот спецкоманду. Блин. Прекрасно. А тут у нас только ярость, да, есть, оказывается. Так, тут надо снайпершу сразу вырубать. Нечего тут вообще делать. Как-то так. Здесь я не знаю, что там у нас. Я, в принципе, могу заморозочку бросить и Лесли этого подбить вот этим бочонком, попытаться. Ты что, уже напарника своего потерял? В одну лицо? Опять! Это снайперша, она еще, видишь, она ходит, она может то туда, то сюда. В данный момент очень хорошо. Дробовика же совсем забыл, это же... Блин, у нас же такой же есть, я про него и забыл, что он очень быстро стреляет, по крайней мере, побыстрее, чем этот. Чем полицейский. Где он? Вот он. Так, он-то здесь, но там снайперша стоит. Надеюсь, попадем. Что-то как-то мало подарков, всего 26.
Здесь ничего не меняем. Ай, красиво. Здесь красиво разобрались. Опять снайперша. Ну, тут понятное дело, да? Думаю, никому ничего не надо объяснять. Снайпершу сразу вырубаем. Да и, наверное, вот там вот заморозочку сделаем. От греха подальше. Аптечку бы, конечно, нашим ребятам не помешало бы подножки бросить, чтобы они хоть немножко восстановили здоровье. Опять снайперша. Ай, ай. Все-таки мы быстрее успели. Такие глаза на выходе. А что здесь так хиленько-то? Тогда я, наверное, успею хильнуть нашу команду. Выпил, выпил энергию. А-а-а, хиляется. Ну, тебе это, парень, не помогло. Ой. Так, бежит, да? Значит... Кем тут можно, ребята, пожертвовать? Гленом? Слушай, он даже не погиб. А, не, вон. Еще ты... Опа, а вот этого, ребята, я не знаю, кто это такой. Ай, Глена еще завалили. Да вы что, ничего не делаете-то? Эй! Ты сейчас серьезно? Вот ты сейчас? Вы что делаете? Вы какую-то ковбойшу не могли завалить? Вы серьезно? Я в шоке. Какую-то вшивую ковбойшу не могли забомбить. Да. Бывает в жизни огорчение. Бывают. Ну, блин, ну не настолько же, а, ребят. А что, у нас всего трое, что ли? Я не могу понять, мы что ли начали заново? Да нет, мы не начали заново. Турель ставим сюда. Ай! Вот ты хмырь, а! Ой-о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 й. Одним ударом щита всех отправил на тот свет, прикинь. Да нет, вроде бы как все. Я не пойму, что тут происходит, ребят. Слушай, а что если мы, например, сзади вот этого будем ставить нашего медика? Я думаю, что это будет отличная вообще комба. Давай проверим. Вон она, смотри, смотри. Нужна поддержка. Все, пройдены все этапы. Окей. А сколько я получаю за это вообще ящиков? Сколько? Ну-ка, покажите мне, пожалуйста. Ну, топ 100 это понятно. Топ 100. Когда-то, ребята, если кто не знает или не верит мне, я зависал в этих событиях просто до умопомрачения. Серьезно вам говорю. Я помню, даже там за топовые места боролись. У меня где-то на канале есть, да. Ну что, у нас с тобой 90 подарков, да, я так понимаю? 90 подарков. Хотите прокатиться? Нет, не хочу я никуда прокатиться. Я хочу получить... О, легендарный ящик. Спасибо. Так, это бесплатно. Блин, скины бы, конечно, я бы с удовольствием хотел бы получить новые. Так, ну что, мне на 3 ящичка. Опа, друзья мои. Новый костюм для моей... Нет, для моего. Или для моей. Нет, для моего сварщика, ребят. Да. Christmas Welder. Чуть-чуть. Вот он каким был. А вот он каким будет. Конечно же. Пока у нас Новый год, он должен бегать в этом костюме. Еще 2 ящика у нас есть, ребят. Угу, шоколадка. И последний. Лекарство. Лекарство нам упадает. Ну что, друзья мои, на этом, пожалуй, мы сегодня закончим серию. Хотя, погоди-ка, закончим серию. Где у нас этот?
Или у нас кончилось? Так, друзья мои, где у нас происходит событие за эти? Твою налево. Скажи, я скажу. А, вот, Лига, Лига. Я хотел в Лигу поиграть, конечно же. В Лигу это мое все. На Лиге я прям вот не... Так, что у нас там, Лига 7? Да, 10-я Лига. Я когда-то здесь был завсегдатым, ребята. В 10-й Лиге я был просто прописан. Так, Эбби мне не нужна здесь. Мне нужен будет здесь... Так, если они бомбят, я имею в виду именно эти стрелки, которые бросают свои гранаты, кто у нас против гранат хорошо вообще может выстоять? Да нет таких. Ну что, попробуем вот так вот, таким составом. Ну, мне кажется, вряд ли, конечно. Таким составом вряд ли мы куда-то уйдем далеко. Но, тем не менее, посмотрим. Ну, тут выиграем. Или не выиграем. Эй, снайперша. Да какая ты в попу снайперша, если ты не можешь попасть с 3 метров в голову. Это еще хорошо, что она перезаряжается хотя бы быстро. А тут что-то вообще как-то кисленько. Один всего лишь был, наверное, не успел выставить. Или просто забыл, что нужно выставлять. Так, ну что здесь? Молодец, копейщица. Лихо ты ее, как говорится, на копишко взяла. Мне понравилось. Ай. Вот как раз вот то, что у нас вот сват есть против... Ну, не сват, а этот чувак в шлеме. Он против снайперши хорошо идет. То есть не так быстро его убивает здесь. Ага. Копейщица, раньше я ее терпеть не мог. Мне она казалась вообще фуфляндия полная. Если кто не верит, тот может посмотреть серии там. Я ее там, не знаю, обзывал. А потом, когда я вкусил всю прелесть этой снайперши, ой, снайперши, копейщицы, она стала одной из топовых у меня бойцов. Так же, как и вот этот мужик с кувалдой. Оу, щит. Вот это да. А кто же там взорвался-то, я не могу понять. Гренадир, что ли, бежал, так бомкнул, что всех моих за собой прихватил. Угу. Стреляй, стреляй, фиг ты пробьешь. Так, ребята, 8 побед уже. Нам осталось всего 2 победы сделать и все. Да что ж такое происходит-то? Кто взрывается-то, не пойму. Не могу тут понять. Или кто-то бомбу бросает. Гранату. Гренадир, что ли? Ай-яй-яй-яй-яй, сгорели. Фью. А по-моему, ребятушки, мы с вами переходим на следующую лигу. Нет, не переходим мы никуда еще. Ай. Ех, красава ты моя ненаглядная. Умничка. Зацелую до слез. Подбила всех. Ну, а мы с тобой вот сейчас точно должны перейти. Оу, да, друзья мои. 8-я лига. Рейч помнит. Помнит все. Так, ну что, в принципе, состав неплохой. Я думаю, наверное, есть смысл и попробовать дальше им поиграть. Тем более, как ты видишь, на той лиге есть все. То есть полностью все готово. Нормально, нормально, нормально все это. Все, все хорошо. Да, у этого есть преимущество небольшое, да. То, что он при смерти стреляет. И то, что у него пули все-таки зажигательные. Он поджигает противников. А вот здесь вот не очень хорошо. Хотя нормально. Нормально все. Вырулили ситуацию. Так, двигаемся дальше. Ау. Блин, несмотря на то, что он, конечно, бронированный, снайперша очень мощный по нему попадает. Как меня бесит этот гренадир с гранатой. Прям вот слов нету. Оп-оп-оп, что-то у меня чувачок так разогнался, как будто его в задницу индюк жареный клюнул. Побежал с нами голову. Да, и вот этот вот бесявый, короче, чувак, который... Эй-эй-эй-эй!
который бежит с кувалдой наперевес. Ну, этот механик. То есть он одноразовый, но если он забежит и в толпу звезданет, мало, конечно, не покажется. Тут клевенько все вышло. А, ты смотри, тут нужно нам, чтобы перейти в следующую лигу, нам нужно 14 побед. 14. Ну, это, конечно, сложно. Опа, копейщица. Так, ну мы выиграли. Слушай, а он тоже боится огня, вот этот чувак с шокером? Или он боится? Потому что я помню, какой-то чувачок, он не боялся огня. Он просто мог проходить через него. А, это пожарник же, точно. Пожарный. Он не боялся огня. Фига себе, копейщица. Вот, вот этого я от тебя никак не ожидал, что ты так круто сделаешь. Ну слушай, 10 побед уже есть. А что, все, что ли, я прошел? Подожди, а как я должен... Извини меня, 14 побед ты здесь... Тут, видимо, не все были. Понятно, но, тем не менее, неплохо. Неплохо повоевал я. Фух. Сразу мне вспомнились былые времена, как я в этой игре зависал, блин. Как я топил за то, чтобы у нас появился новый уровень, 9-я локация. Но, не знаю, ребят. Не хотят они этого делать. К сожалению, пока. Хотя ничего трудного здесь нету, да? Сделать 9-ю локацию. Или вторую часть этой игры. Тоже было бы неплохо. Ну что, друзья мои, на этом, пожалуй, я буду сегодня закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.